Ровно 13 лет назад в этот же день в горах Алтая произошло сильнейшее землетрясение, которое впоследствии назвали Чуйским. Сегодня мы решили вспомнить, как это было и почему земные подвижки происходят и сегодня. 27 сентября 2003 года, 18:33, жители Республики Алтай оказались застигнуты врасплох. Мощное землетрясение на многие сотни километров распространилось от эпицентра в Кушагачевском районе. Алтайский край, соседние регионы и государства тогда все почувствовали дрожь земли. Подробный материал на эту тему, комментарии специалистов и новые разработки, которые помогут в прогнозировании таких явлений, все это в репортаже Николая Тихонова в ближайших выпусках новостей.